18 сентября – Международный день хирурга. На сегодняшний день это одна из самых важных и сложных медицинских профессий. Не зря говорят, что у этих специалистов золотые руки, ведь они могут буквально творить чудеса. Сегодня оперативным путем лечат множество заболеваний, травм, ранений, различных заболеваний внутренних органов, тем самым возвращая пациенту годы жизни или же улучшая ее качество. Свой профессиональный праздник большинство представителей этой профессии проведут на рабочем месте, в том числе и хирурги Тверской областной клинической больницы. Подробнее о том, что умеют тверские врачи, рассказывает наш корреспондент. Оперативное вмешательство в медицине применяется тогда, когда другие методы лечения неэффективны. В областной клинической больнице проводятся операции разного уровня сложности, в том числе высокотехнологичные. Это лечение оперативным путем ряда заболеваний, болезней глаз сердечно-сосудистых и сердечных патологий, онкологии и других. Специальность очень сложная. Потому что особенно в общей хирургии приходится знать все. Это надо иметь хорошие руки, хорошие мозги, ну и большой кругозор. Особенно сложность – это экстренная хирургия. Там, где надо принимать решения, можно сказать, в считанные минуты. В областной больнице в общей сложности работают около 200 хирургов разных профилей. Это кардиохирурги, нейрохирурги, сосудистые хирурги, травматологи, офтальмологи и, конечно же, специалисты общей хирургии, которая затрагивает органы брюшной полости. Это самое востребованное направление, рассказывает главный врач учреждения Сергей Козлов, хирург с более чем 35-летним стажем. Хирургия развивается, она стала более высокотехнологичной. Многие операции делаются щадящими, малоинвазивными методами, уже без больших разрезов. В основной больнице весь спектр хирургической помощи. Мы практически никого в Москву, в федеральный центр не отправляем. То есть справляемся своими силами. Хирургов общего профиля на сегодняшний день в больнице около 20. Все проходят обучение, постоянно повышают квалификацию, осваивают новые методы. А потому пациенты оказываются в надежных профессиональных руках. Пациентка из Жарковского района ни разу не сомневалась в профессионализме тверских докторов, когда ложилась на операционный стол. Заболел у меня желчный. Пришлось обратиться сюда, направили меня. И положили меня, прооперировали, удалили желчный. Все, операция прошла успешно. Это лечение хорошее, очень довольна. Галина, соседка Екатерины по палате, также перенесла операцию. Тверские хирурги поставили пациентку на ноги. Поддержка, говорит женщина, идет от каждого сотрудника. Поэтому, узнав, что впереди день хирурга, не скупается на теплые слова в адрес врачей. Самая лучшая клиника, в которую я попадала. Здесь чистота, порядок. И врачи все внимательные, все спросят, как, что, где, какая нужна помощь. Очень большая психологическая поддержка от медсестер. Главный врач, самый внимательный врач на свете, приходит на обходы. Хочу поздравить всех хирургов с вашим профессиональным праздником. Хочу пожелать вам здоровья, терпения. В Тверской области хирургическое отделение есть практически в каждой больнице. В компетенции хирургов лечение ряда как распространенных заболеваний, так и редких. Зачастую благодаря именно профессионализму, терпению и ответственности тех, кого принято называть «врач золотые руки», как раз сложные случаи становятся теми самыми рядовыми, с которыми легче и проще бороться.